Двое ребят из Южной Осетии, которые занимаются робототехникой в станции юных техников, приняли участие в соревнованиях по электронике и робототехнике «Леонардо», которые проходили в Северной Осетии и заняли достойные места. В ходе соревнований ребятам предстояло продемонстрировать свои знания, умения и силы в таком направлении, как робот сумо. В соревновании сумо-роботов робот должен вытолкнуть робота-соперника за круг, при этом самому остаться в круге. Роботы работают по специальной программе. Я занял первое место, а вот мой друг Илья занял второе место. Было минус в том, что у них не было особо прочной программы, еще сборки были с интернета. А у нас, как бы, Инал Перузович говорит, собирайте сами. Там можно через интернет что-то просмотреть, но самим мы сами все делаем. Как отмечает преподаватель по робототехнике Инал Плеев, идея открытия кружка по робототехнике у него возникла в прошлом году. Он часто посещал соревнования в Северной Осетии и, когда набрался опыта, обратился за помощью в Министерство образования. Его идею поддержали, за короткое время были приобретены конструкторы, из которых ребята собирают роботов. В первую очередь я научил детей конструировать роботов. Это развивает в них инженерные навыки. Потом ребята научились делать программы, то есть составлять команды, по которым работают роботы. Главная цель соревнований – повышение интереса молодежи к техническому образованию и прикладной науке и поддержка талантливых детей. Анжела Кукоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.